В Воронежской области рухнул мост через реку Свала. Пострадали 6 человек, двое из них в тяжелом состоянии. ЧП произошло на 20-м километре дороги Курск-Борисоглебск-Терновка. Сообщается, что в момент аварии по переправе проезжали два груженных КАМАЗа. Одновременно с этим на мосту шел ремонт. Обвалился пролет длиной 120 метров. По предварительным данным, он упал из-за превышения допустимой нагрузки.